Мы тоже считаем себя вправе начать окры разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти окры разработки, мы готовы начать производство, мы уже, в принципе, сказать, там, дали соответствующее поручение промышленности. Что касается развертывания, то, если вспомните, если вы помните, если нет, я напомню, я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально.